Я как-то собирался сначала наваять там презентацию, где будет много-много котиков, как обычно, но потом решил, что это OSM, тут все равно будет много котиков, поэтому не обязательно. Так, кто вообще не слышал, что мы тут рисовали Краснохолм неделю назад, неожиданно? Все остальные в курсе. Ну, так и предполагалось, но все равно как-то у меня куча впечатлений по этому поводу. Микрофон записи. Да, хорошо. Поэтому хочу рассказать, как это было, как это я видел, и, может быть, услышите что-нибудь новенькое про это дело. В итоге никаких слайдов я готовить не стал. В принципе, мне для рассказа достаточно двух картинок. Краснохолм две недели назад, Краснохолм сегодня. Ну, практически так и будет. Три картинки сейчас. Где? С той стороны, где? Кнопочка с мышкой. А потом она будет. Во! Отлично, супер штука. Да. В общем, маленькая вводная. С чего начать? Есть у нас такой сайт OpenStreetMap.ru, который усилиями комрада Йоршикус постоянно подпиливается. В общем, он его не забрасывает. Помимо того, что на OpenStreetMap.ru начали там есть поисковик по России, там каталогизатор по и прочие прикольные фишки. Йоршикус там оставил свой адрес, который сейчас официально-неофициально, но является фактически основным официальным порталом для связи с сообществом OSM. Хотели сделать почту совета, совета OpenStreetMap.ru, основным таким каналом связи, а оказалось в итоге почта Йоршикуса, потому что ему писем приходит гораздо больше. Ну, плюс какой-то в этом есть. Во всяком случае, теперь люди знают, куда стучать. И вот полторы недели назад он постучался в чатик и говорит, ну, тут такое дело, пришло письмо. Письмо такое, НИРЦ ГЛОНАСС, организация в Волгограде, они, по-моему, живут, занимаются внедрением ГЛОНАССа, мониторинг транспорта, вот всякое такое популярное направление, которое у нас сейчас активно внедряется сверху. В общем, написали они письмо следующего вида. Вот мы используем вашу замечательную карту в своих решениях, и все бы здорово, но в районе Оренбурга карта прорисована так себе. Нас интересует город Краснохолм, мы сейчас делаем там решение для межсистемной фельдшерской станции. В общем, вот вам данные, внесите их, пожалуйста, в OpenStreetMap. И приложена мап-инфовская карта с несколькими слоями. В этих слоях здания, дороги, земельные участки. Хорошие такие годные таблицы, явно не с потолка взятые, кем-то собирались. Местная архитектура, администрация, не знаю кто, не кадастры. Ну и в общем, вот такая вот ситуация. Что нам с ней сделать? Как нам им ответить? Потому что известно, просто так мы данные со стороны в OSM не вносим по лицензионным вопросам. Ну, собственно, Йоршикус постучался, что нам им ответить? Подумали с ним полчасика и наваяли ответ в духе мы очень рады, что вы используете наши данные. Вот, мы обязательно... То, что вы нам прислали, это вообще просто супер, здорово и замечательно. Мы обязательно это внесем. А для начала давайте уладим некоторые юридические формальности. И расписали, что по-хорошему, так как вы работаете с государственной организацией, вам, наверное, не составит труда сделать письменный запрос в администрацию или местную архитектуру с просьбой предоставить данные под лицензией ОДБЛ, ну, в общем, для внесения в OpenStreetMap. Такого плана. Так вкратце расписали, отправили, ну и фактически забыли, потому что решили, что ну, на этой стадии обычно все обламывается. Дальше вот с администрацией, с архитектурой там никому иметь контактов совершенно не хочется, и интерес как-то сразу пропадает. Ну и решили, что, скорее всего, в этот раз будет то же самое. Хоть карта на руках и есть, но делать с ней ничего нельзя. А карта, кстати, хорошая. Я ее накладывал, на спутник смотрел, контуры домиков совпадают, контуры участков тоже так очень хорошо ложатся. То есть с виду вот так, ну, здорово. И неожиданно дня через 4, по-моему, нам пришел ответ. То есть, правда, совсем не ждали. Так, мышь еще работает, нет? 5 нажатий. Да, есть. И ответ. Где-то.
Да, вот такой. На нашу просьбу прислать что-то официальное, да, администрация, прислали вот такую вот штуку. Если посмотреть, очень веселая штука. Начинается она вот... Руководитель OpenStreetMap, город Москва. Да, и вот тоже просим интегрировать единую оболочку SM, вот предоставленный нами файл. И все это идет за подписью главного врача города Оренбурга. Но, как видите, за подписью с официальной печатью. В принципе, мне кажется, что после этого письма вся идея создания совета, она себя оправдала. Потому что вот этим мы официально легализовались в правовом поле в России. Да, видите, нам пишут письма официальные органы, и причем это не полиция, не прокуратура. А, вот. Можно придумывать герб, не знаю. Ну, все это было мило и здорово, мы тоже дико поржали, и задумались, а что с этим реально делать? Потому что, с одной стороны, видно, что ребятам это действительно необходимо, потому что они быстренько поднапрягли там фельдшерскую службу, они нам написали официальную бумагу, то есть они готовы вот присылать, да, вот идти официальным путем. Вот им действительно горит. Редкий случай, когда ОСМОМ вот так вот сильно заинтересован. С другой стороны, ну, это ничто. Потому что главврач, он явно не обладатель вот этих вот данных, он не может нам давать право. Ну и просьба интегрировать — это не то. В общем, и так тоже сидели, размышляли, а что нам делать? Писать НИРЦ, по-моему, они решили все с себя свалить, нагрузить вот своих заказчиков, а заказчики — врачи. И гонять врачей вот с этими нашими лицензионными вопросами, чтобы они писали письма в администрацию, как-то общаться, тоже как-то нехорошо. Отвлекать людей от работы, ну, от серьезной работы. И вот и что делать, неясно. Хотели вроде еще раз позвонить уже в этот раз в НИИРЦ и попробуйте объяснить на словах. Потом Ёршикус решил позвонить вот в Оренбург непосредственно врачам. До кого-то он дозвонился, там первый раз не получилось, 4 часа разница между Калининградом и Оренбургом, сказывается, ну, попал в обед. Потом дозвонился и вроде как объяснил ситуацию. Ждем дальше. Проходит еще пару дней, и нам приходит еще одно письмо. Вот, тоже очень классное письмо. Видно, да? Вот, руководитель OpenStreetMap, город Москва. Уважаемый руководитель, настоящим сообщаем вам. Ну, да, видите, дальше по тексту. Несмотря на тоже достаточно забавную форму, это письмо уже получается у нас от начальника управления по информатике и связи города Оренбурга. Что уже гораздо больше похоже на правду. Ну, то есть, мало того, по-хорошему нам действительно дают официальный карт-бланш на использование предоставленных данных. Вот, говорю, несмотря на смешную форму, по сути, это живое, настоящее разрешение. Я таких еще до этого не видел. Вот, первый раз. Было очень приятно. И тут же возник вопрос, а так, хорошо, а что дальше-то? С одной стороны, забросили письмо вот в совет на предмет послушать негативные мнения, в первую очередь негативные, а услышать такое, что нет, ребята, нам все равно это не дает права использовать данные потому-то. Потому что сами были уверены, что на самом деле все можно. Письмо забросили, первым откликнулся Зверик Илья. Девиз, который теперь, наверное, будет звучать долго, но вопрос рисовать или... Как ты сказал? На вопрос рисовать или нет, у нас может быть только один ответ. На вопрос рисовать или нет, у нас может быть только один ответ. Меня это страшно вдохновило. Да, главное, что... Приветствую, заходите. Главное, что до этого мы еще НИИРЦу писали, что вот если вы добудете официальное разрешение, официальное письмо какое-то, мы со своей стороны приложим все силы, чтобы в кратчайшие сроки эти данные внести и добавить в ОСМ. Ну вот как бы у нас на руках письмо, пора прикладывать действительно усилия. И пока суть до дела, я думаю, дай-ка я немножко общелкаю дороги в Краснохолме. Ну, то есть пока вот без использования тех данных, которые нам предоставили, просто по снимку. Там хорошее бинговское покрытие было. Я его начал общелкивать. И опять же таки на почту совета написал, что вот как хотите, а я вот уже начал рисовать. Но по-хорошему домиков там много, поэтому нужны домики-маньяки.
А рисую я себе, рисую это дело в JOSM, значит, данные не выгружал. Начал выгружать данные, нарвался на конфликты, опаньки. А это значит, что кто-то уже рисует параллельно со мной. А посмотрел, кто рисует, оказалось, что пришел известный многим в сообществе Котельников, тот самый домикоманьяк. Вот, оказалось, что рассылку он читает, и он тут же тоже ринулся в бой. Сразу объявлять на форуме о том, что вот у нас есть Краснохолм, который необходимо отрисовать, вроде ну, не собирались. Я еще не собирался, потому что параллельно у нас в это время на вот прошлые выходные назначалась так называемая маппинг-пати по Астане в Казахстане. Дмитрий Киселев ее вроде как организовал, нарисовал там пирог, вот и очень хотел. И были подозрения, что если сейчас народ накинется на Краснохолм, быстренько его отрисует, то Астана сорвется. Ну, просто потому что все быстренько порисовали и разбежались отдыхать. А, ну, по большому счету, оно так и получилось. А, несмотря на то, что на форуме сразу не отписались, туда набежало много людей. А потом Ёршику действительно написал на форуме. А быстренько сварганили пирог в Мапкрафте. И вечером туда просто набежал такой поток народу, причем грамотного народа. Короче, чуть больше, чем за сутки весь Краснохолм и окрестности были отрисованы. Причем отрисованы очень хорошо. Ну, может быть, не на 5 с плюсом, но на 5 с минусом по моей завышенной шкале, да. Как опять же таки сказал Котельников, но некоторые халявят и не рисуют сараи и заборы по бингу. А, и собачьи будки, да. Ну, с собачьими будками там был отдельный вопрос, как их тегировать. Спор. Вот. Ну, и, собственно, подытожить это можно, наверное, я тут делал, да, вот, маленькую гифку. Как, собственно, происходила отрисовка. Все эти гифки любят посмотреть. В общем, как рисовался Краснохолм. Ну, вот тут где-то сутки прошли. Оно так вот быстренько-быстренько наполнилось. Ну и да, и после Краснохолма в итоге практически сорвалась Астана, потому что ну вот она как-то началась, ее начали рисовать. Уже прошла неделя, а там все до сих пор красно. Мне кажется, что Краснохолм в этом определенно виноват. Но было весело, всем участвующим спасибо. Вот. Вопросы? Тех данных, которые от администрации пришли, там в атрибутах было что-нибудь? Да, в атрибутах там было много хорошего. Там был отдельный слой со зданиями, с земельными участками и с улицами. Улицы были подписаны, ну, в атрибутике были названия улиц. А в атрибутике по зданиям была этажность, капитальность, ну, там капитальные жилые, нежилые, вот эти вот вещи. И адрес, самое главное. Ну и там в атрибутике по земельным участкам, по-моему, были кадастровые номера, нам это было неинтересно. В итоге использовали информацию по названиям улиц и по адресам. А, этажность тоже представляли. Кто это делал, так и не выяснили, да? Что именно? Кто основу делал? Нет, не выяснили. Да, кстати, забыл упомянуть. После того, как вот это все было отрисовано, Ёршикус опять написал Нирс Глонасс, типа, ребята, вот. И мы ждали похвалы. Ну да, мы такие. А в ответ пришел такой, ну да, для начала сойдет, а дальше как видно. Вот, но все равно потом позвонили еще раз в Оренбург. Вот в эту скорую помощь, они попросили сделать им как-то разбивку по листам А4, чтобы местный фельдшер краснохолмский, чтобы у него была актуальная карта, и, может быть, он там нам что-нибудь подправит, вот, внесет какие-нибудь правки и пришлет коррективы. Немножко не успел это сделать, вот, планирую в понедельник доделать и будем им отправлять. Ну, будем надеяться, что кому-то оно понадобится. Они не рассказывают, что за проект собственно? Нет, в подробности не вдавались, но там что-то наверняка типа мониторинга машин. Слушай, мы были недавно все фельдшер. Приехал, сейчас же программа вот этих молодых специалистов там в село. Ну приезжает он в Краснохолм. Откуда, я не знаю, из Питера. Нет. Дом найти не может. Это под мониторинг, это же очевидно. Ну, если ГЛОНАСС, то да. Конечно.
Что было бы, если бы не было снимков бинговских? Если бы не было бинговских снимков, мы бы, наверное, немножко попизерли-терли и припирались на предмет, можно ли вчистую использовать вот эту вот геометрию, предоставленную нам, и, скорее всего, ее бы использовали. Вот эти вот домики внесли бы, контуры условно участков внесли бы, нарисовали бы дороги, опять же таки, по той геометрии. Просто карта была бы не такая подробная, какой она получилась. Слушай, еще вот такое раз предложение, вот я у Димы сопру, может быть, стоит сделать такой шаблон, документ, да? Шаблон письма? Шаблон того, что организация как бы хотела написать организация, чтобы правильным образом предоставить данные. Ну, я говорю, шаблон письма. Нет, это должен быть алгоритм. Да, минуту. Шаблон договора. Открываете данные, прикладываете такую-то лицензию, пишете в такой-то адрес. Все, три шага. Ну, идея такая витает. Надо ее только воплотить. Да, я тоже об этом думал, что по-хорошему надо бы несколько вариантов. Кстати, да. Приложенные к данным, и данные должны быть выложены где-то. Все. Сообщество само заберет. Лицензия-то лежит. Нет, мне кажется, что проще это оформлять в виде запрос-ответ. То есть, если есть заинтересованные люди, есть выход, и там данные действительно готовы предоставить, то оформлять это в виде письма в администрацию от имени там, частного лица или организации. Просим предоставить там какие-нибудь там адресный план или какие-то вот такие вот данные для внесения там в проект OpenStreetMap под лицензию ДБЛ, ссылка на нее, типа можете ознакомиться. В ответ на что администрация вполне может ответить, что не имеем ничего против, прилагаем данные, которые можно вносить. Ну, двусторонний процесс может быть с этой стороны, и с их стороны, и с нашей. Ну да, кстати, можно. Еще есть о чем подумать, согласен. Смотри, идея такая. Надо порекламировать случай с Краснохолмом, да? Mm-hmm. И написать. Вот форма, да? Заполнять форму. И на следующий день, 35 таких же городков присылают ключ данных. Ну что, и по мере. Ну да, вариант. Кому-то это. Все же хотят карту. Ну, правда, начнем руководителя OpenStreetMap искать. Да, первым постучится департамент транспорта города Москвы. Блин, он уже написан. Можно короткий? Да нет, шутки. Мне кажется, это работа, может быть, сработает, да нет? Я думаю, да. Вряд ли будет массовый характер, но даже единичный случай это было бы хорошо. Короче, ближайший шаг — это попиарить Красохов, сказать, что вот он такой может сделать договор, и сразу сделать. Если вы хотите, чтобы ваш город появился на ЛСМе, заполните эту форму и приложите данные. Кстати, что количество предложений ограничено. СМС-ки отправляешь. Надо заказать эту рассылку еще памятскую. СМС-ки. СМС-ки. СМС-ки.